Медработникам поликлиники номер 3 помогают юные добровольцы, студенты медицинского колледжа имени Светланы Анурьевой. Анна Козина и Илья Балкунов в свободное от учебы время заполняют пациентам документы на ревакцинацию и крутят ватные шарики для инъекций. О шансе проявить себя и набраться опыта ребята узнали в учебном заведении. К благородному занятию студентов преподаватели относятся позитивно. В колледже многие преподаватели поощряют то, что мы занимаемся волонтерской деятельностью, потому что понимают, что мы помогаем, и это также является опытом. Илья Балкунов не собирается бросать волонтерскую деятельность, даже когда учебный процесс будет намного сложнее и ответственнее. Илья хочет связать с медициной всю свою жизнь. Я хочу помочь людям, потому что я понимаю, насколько тяжела медицинская профессия в целом. В дальнейшем планирую поступить в УЛГУ на лечебное дело, а именно на хирурга. В ульяновские поликлиники требуется 146 волонтеров, а по области 228. В училищах, колледжах и высших учебных заведениях проводится агитация по привлечению молодежи. Они работают в зеленой зоне у нас, это те, кто до 18 лет. А также они помогают пациентам заполнить анкеты перед вакцинацией. Это очень большой труд, потому что пациентов бывает огромное количество, свыше 300 в день. И они нам помогают во всем этом. Старше 18 лет по их добровольному согласию, то есть они, если хотят, мы их ставим на фильтры работать, они измеряют температуру пациентов, входящих в поликлинику. Дефицита помощников нет только в Корсуне, потому что там есть медколледж. Ученики заведения охотно идут на подмогу местным врачам. В медучреждениях Ульяновской области нужны и добровольцы на автомобилях. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.